Этим летом случилось два знаменательных связанных с собой события, с нашей школы. Первое событие. Нас пригласили провести семинар в Карпатах. Вот. Карпаты. А я так подвожу про нашу систему. Пару слов. Все-таки современный. Второе событие. Участница с дочкой приехали на алтайский семинар в Западную Украину. Уникальный опыт вот этого семинара. Уникальнейший, тантрический, я бы так сказал. Что такое тантрический? Это, то есть мы столкнулись с максимально сильными эмоциональными переживаниями в аэропорту в Борисполе, в котором Наташу пропустили, а я ждал своей участи без объяснения. Часов 8. Потом ночь общался с остальными выснувшими из аэропорта. Среди них были 3 негра араба с подозрением на экстремизм. И один московский йог, немножко владеющий по-английски. Примерно происходило это так. Украинский пограничник, скучающий, и видно, что уже не 5-й час, а значительно больше, о чем-то ему зливо, очень так эмоционально рассказывающий негр. Вот, ну и там он ему, да не понимаю, о чем ты болтаешь, обезьяна, помолчал бы ты уж, помолчал бы, ну болтай, болтай. И тут по-английски он что-то пытался донести. Йо включился. Между ними дискуссия. Это говорил о вере, то, что ислам – передовое направление религиозно-философской мысли. Йог начал возражать, что, мол, есть еще Патанджали. Ну, такой эмоции, конечно. Он говорит, вот знаешь, вот чем ты эмоциональнее, тем я скептичнее отношусь к тебе. Вот был такой Патанджали, мудрец, жил в таком-то веке, писал его сутры. Главное, у них такой диалог, дискуссия, у одного эмоции, у другого откровенное этническое созерцание, пропотажи, ночь невинная, улетай сюда. Наконец не выдержал проповедник, доминирующий религии. Пошел, занял денег, купил себе бухла, туалет упал, его охранник обратно за ноги притащил. Йог говорит, ну какой же ты мусульманин? Вам же нельзя. Не могу слушать про Патанджали. Ну это смешная сторона. Грустная, что там все это на таком нервике, стрессе. Наташа пытается пробиться, узнать, что со мной, куда меня теперь. Потому что вся родня отговаривала ехать, говорила, что ну самое хорошее, что может случиться, меня убьют, ее возьму в рабство. Это хорошее. С разными вариантами. Более плохими. Вот. Ну и там на таком нервике. Девушка, идите отсюда, вы через границу проехали, уходите домой. Ой, дом в Новосибирске. Ай-яй-яй-яй. Как же вы так? Что с ним, с моим миленьким? Главный знает, я не знаю, главный знает. Где главный? Не знаю, где главный. Где такой главный? Как можно с главным связаться? Не знаю, как главный связаться. Когда-нибудь свяжетесь, я узнаю, может быть, расскажу. На какой рейс покупать билеты? Бог его знает, вы идите домой, девушка. Дальше по кругу. Я в Новосибирске. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, полетели. Вот. И у нас на семинаре, а вот все-таки двое представителей братского народа приехали, чистые, светлые люди, и именно от них я услышал впервые в своей жизни классификацию нашей с Наташей школы. Вот. Нам же сказали, что оказывается, ваше направление, оно сочетает в себе прекрасную проработку не только согласно, но в интереснейшей последовательности, в которой активизируется энергия, использует созерцание, яркие мыслеобразы природной стихии, а ваши саваши, а вас, музыкальные инструменты,
А ваше разделение с телами, о, это замечательно. А природные стихии, взаимодействие с ними. Да это вам Бог здоровья нам говорил. Ну, примерно вот. Что еще к этому добавить? Скромно помолчу. Будете дальше работать. Был семинар, много на нас приехало людей. Ну, больше половины приехало, да? А мы тут думали поехать, но у меня не получилось. Да, ну с тобой такая же фигня была случайно. Там мужчин никого не пускали. Ну не будем о грустном. Вот. Теперь, зачем нужны уровни, которые вы изучаете? Зачем нужны уровни? Уровни. Рост профессионального мастерства. Мастерство. В первую очередь. Вот. Возникал вопрос, а что же будет на уровне мастера? Как на него оставаться? Без ступней подмышки. Выход из положения двух ступней подмышек, стойка на руках, глубокий скорпион вот, и прочее, прочее связано. И я скажу, что уровень мастера, как минимум один человек, дистанционно занимающийся достиг. Его имя Матвей Юренко. Да. Чтобы знали, да. Матвей Юренко. Это отдельная история. Пишет мне человек по-английски, однажды говорит. Я такой же, как ты, однажды потерялся в Индии. Преподавал иностранцам йогу. Увидел тебя в интернете, узнал. Все, мы с тобой ни одно воплощение встречаемся. Твой светлый образ вдохновил меня, я решил преподавать йогу. Я еду к тебе, я занял отца $100. Живу в Братиславе, пишу, Матвей, не надо ко мне ехать. Я буду учить тебя дистанционно. Потому как я думаю, приедет сюда, что ж с ним делать-то? Начал реально дистанционно работать. Он это чувствовал, я это чувствовал. Достиг примерно того, чем ну, мой организм обладает в плане сложности после. Но раз посылает фотографии, опять же, не привязан, не зависим от меня, слава Богу. Живет он в Гонконге, вот, там подает йогу. То есть это по поводу того, как мне сказала одна женщина, я семинар проводил по астральным выходам. Все подробно рассказывал, объяснял с точки зрения психологии, медицины, прочего, прочего, прочего. Вот, вот такая говорит. А вот можно вопрос? Да. Скажите, а ваша фантазия ничего не изменяет? Исходя из этого, вырабатывается еще один критерий. Вот. Критерий западная медицина. Важный критерий. И психология. Западная медицина. Медицина. Психология. С точки зрения этого можно как классифицировать любое направление? Либо владеют терминологией и могут объяснить психоэнергетические эффекты и состояния, которые описывал Патанджали, с точки зрения западной медицины и психологии, либо не владеют. Если не владеют, это может быть физкультурный подход, оно ему не надо. Это может быть мистический подход. Больший упор делают на терминологию из индусских первоисточников, чакры все дела, либо мешанина всего этого, либо у меня есть учитель, я чувствую с ним контакт, то в горах Тибета сидит, посылает мне импульс, а я это не стреляю. Ну как понимаете? Зачем западная медицина психология? Есть учитель. Либо излишне упорное все. Огромное количество, очень
специфический, сложно переводимый, сложно объяснимый для обычного сознания термин западной медицины и психологии. Иногда ориентир на не просто психологию, а психоанализ. Причем достаточно такого маргинального направления, так называемый психоанализ лаканского направления. Что это такое психология? Ну, это значит, любой эффект одной из психологических теорий можно объяснить. Трансперсональная психология, она, в общем-то, всем этим живет. Был такой Миндел, он как раз с трансовыми состояниями работал. В 60-е годы люди, изучающие эффекты ЛСД, вот, были работами. Темы эти переводились, переводятся. Институты трансперсональной психологии существуют. В основном они занимаются холотропом, либо различного рода телесной динамикой. У людей идут инсайты, откровения. К этому иногда добавляется немножко йоги. Вот. И уже наработанная такая околонаучная база, не научная. Потому что, допустим, общая психология, там спортивная психология, или психология, связанная с подготовкой участковых или милиционеров или там силовых структур, либо психология преступника, все это очень практически методы. Все остальное, связанное с таким вялотекущим неврозом, депрессией, либо просто человек запутался немного в профессию, хотел бы что-то подсказать. Это такие вот мягкие-мягкие, западно-ориентированные направления психологии. А среди них есть еще так называемая трансперсональная психология. Науки никакого отношения не имеющие, но обладающие глубоко проработанной терминологической базой. И она любой эффект связан там с йогой, с неумственным сознанием, с шаманизмом и с прочим делом, очень легко разложит по полочкам. Научный пойдет. Как правило, люди, обладающие психологическим образованием, они немножечко еще владеют либо глубоко владеют трансперсональной психологией, прочей медицине. Могут все эффекты йоги с помощью психологии рассказать, с медициной так, по верхам. Вот. А вот психоанализ и Зигмунд Фрейд, у них, что называется, своя структура. Какая? Наверное, фильмы смотрели американские, где человек лежит на кушетке, а в разговоре сидит интеллигентно видом молчаливый представитель либо там мужского населения, либо женского. И все, что человек слушает, говорит, он слушает. Вот. Человек так говорит, дорого за это платит, года через три то, с чем пришел, как правило, отпускает за счет говорить.